Где директор? Почему его нет на месте? Всеволод Николаевич в субботу уехал на конференцию в Киев, а, собственно... Пропал Саша! Вот уже третью ночь! Может быть, он уже там? Ой, а вы здесь? Ой. Я сейчас принесу. Да не надо, не надо мне вашей воды! Сына мне верните! Простите, я не очень понял, когда это случилось? Когда исчез Ганушкин? В пятницу. Ушел на вечеринку и пропал. Я обзвонил все морги, все милиции. Да, это утром зашел сосед, принес записку. Вот. Не ищи. Ну, значит, жив. Вы что ж, хотите, чтобы он умер, что ли? Что вы? Вы меня не так поняли. Пропал ученик, а школа в ус не дует. Вот, значит, как вы их учите уважению к родителям. Успокойтесь, пожалуйста. Возьмите себя в руки. Давайте вместе во всем разберемся. Значит, вы говорите, что Саша пошел на вечеринку в пятницу? Ну да. Я весь город обегал в субботу, в воскресенье. Господи, ну где он? Что с ним? Ой. Вот, пожалуйста, спросите у классного руководителя, что она сделала для того, чтобы найти моего сына. А вы знаете, что она тоже была на той самой вечеринке? Я же вам все объяснила, Марья Федоровна. Я беспокоюсь не меньше вашего, поверьте. Но что же мне делать? Искать его? Где? Как? Я не знаю. Три ночи его уже нет. А ведь вы должны его воспитывать. Вы? Вам платят за это. Ну вот что. Не нужно сваливать с больной головы на здоровую. За воспитание вашего сына отвечаете прежде всего вы сами. Ах, вот как. И это говорит руководитель самого лучшего образцового класса. Почему вы не рассадили его с Кузьминым? Я ведь сколько раз вас об этом просила. Ну, какое это имеет значение? Вне школы они все равно вместе. Все это из-за вашего Кузьмина. Он сына оторвал от матери. Раньше Саша такой трепетный, такой чуткий ко мне был. От меня ни шагу. Всем последним со мной делился. А как связался с этим беспризорником. От него все несчастье. Мать по боку. Дерзит. Прогуливает с этим Кузьминым. Таскается за ним везде. Извините. Но за все время, пока я веду класс, Кузьмин не прогулял ни разу. А у вашего Саши это уже не первый случай. Ну, конечно, конечно, мой Саша плохой. А кто его на дно тянет? Ой, господи, где же он, где же он? Ой. Извините, я в возрасте вашего Саши тоже иногда сбегал из дому. Наверное, это свойственно всем романтическим натурам. Помню, даже на голубятни жил несколько дней. Господи, что вы несете? Нет, это не школа, это сумасшедший дом какой-то. Все, буду писать. В газету, в Министерство просвещения. За все ответите.